Лагерь «Огонек» был основан 90 лет назад. В этом году тут отпразднуют юбилей. Изначально он был палаточным, и лишь 30 лет назад тут появились первые корпуса. В одну смену лагерь может принять 250 детей. Первый заезд 15 июня. К этому времени все должно быть готово. Сейчас осталось лишь кое-где подкрасить, говорит временный руководитель учреждения. Была, значит, пожарная инспекция, дала положительное заключение. Был Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии. Они тоже дали положительные заключения. В этом году у вас какой-то ремонт проводился? Да, проводился капитальный ремонт 7 объектов. Обновили кровлю, потолки в корпусах и игровой. На улице установили умывальники с холодной и горячей водой. В общей сложности на ремонт в этом году лагерю выделили 2 миллиона 700 тысяч. Состояние зданий проверили депутаты горсовета. Первый вопрос к руководителю. В комнатах холодно. Почему обогреватели выключены? То есть, их включат, потому что детей еще, 15, да? До 15-го не будет. Потом, когда дети, тут, конечно, я зажгла, включат ее. Персонал набрали, с вожатыми проблем нет, а вот с медперсоналом все сложнее. Пока нашли врача лишь на время первого заезда. Проверили практически все корпуса, лагерь готов. Так что задача выполнена, оценка наша удовлетворительна. Какие-то замечания были? Есть небольшие замечания, да. То есть задавались вопросы там по насаждению. Ну, сейчас они только готовятся по площадкам разнообразным, по КПД их использования. Но, в принципе, ответы все получили. У нас особых вопросов нет. А это уже лагерь «Березка». На обновление в этом году тут выделили около миллиона. Мой хватает? Ручки? Мой все хватает. Горячая вода у нас есть. Здесь у нас вот, есть чашечки для рук. Видно. Все это подключается. Питьевые фонтанчики у нас 5 по лагерю находятся на каждом. И у малышей на корпусах по 2. Чтобы провести полную реконструкцию, только на проектную документацию нужно порядка 25 миллионов. Местный бюджет не осилит, говорят депутаты. Но предложение у них есть. Мы обратимся в социальный комитет наш ко всем депутатам городским на следующий год выделить по 50 тысяч рублей на конкретный какой-то лагерь. В целом в этом году летним отдыхом в лагерях в нашем городе будет охвачено около 10 тысяч детей. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, новости дня.